Последнее изобретение. Лодочный мотор четырехтактный с воздушным охлаждением. Используется нога ветерка 8-12 со штатным пропеллером и штатной тягой включения скорости. Нейтральная и вперед. Так, это вперед, это нейтральная. Вот, моторчик применен Bridge Stratton 6,5 сил. Ну, тросик газа пока еще не поставил. Сюда вот надо вывести. Поэтому газулька пока штатная. Американская. Выведу на штатную регулировку газа. Переходная плита. Штатное крепление двигателя Bridge Stratton на трех шпильках. Вот их можно видеть. Установлены три проставки длиной 20 мм. И 6 проставок тоже 20 мм. Длиной от станины до плиты переходной. В вал вкручен восьмигранник. Расточенный нарезанный под резьбу 9 мм вкручен в вал непосредственно. Шестигранник. Под стандартную головку на 12. С другой стороны штатный вал ветерка обрезан по длине по месту и расточен на квадрат, дабы сочленить вал, нижний вал, головку на 12 и восьмигранник, вкрученный в вал Bridge Stratton.